Гейские ребята, меня зовут Флайос, и сегодня мы с вами продолжаем играть в «Я есть веган» или же «Зомби Хэрвест», как вам будет угодно. Ну что ж, ребята, мы остановились на чем? Остановились мы с вами на Восточном фронте, и там наши войска объединились, и мы наконец-то можем поиграть и как и за перчик, как и за огурчик, так и за горохострел. Но перед началом видео вы обязательно поставьте ролику лайк, также подпишитесь на канал, если вы здесь впервые, и напишите в комментариях, какой ваш любимый напиток? Будет мне интересно узнать. Ну и мы, ребята, идем на Восточный фронт. И у нас, ребята, здесь миссия с туманом. Туман сгущается, враги повсюду, видимость снижена густым туманом. Так что, ребята, нужно быть начеку. Начинаем. Так, ну что, посмотрим, что на этот раз нам зомби покажут, так сказать. И, ребята, смотрите, теперь у нас туман реально на пол крана, на пол карты. Воу, это не очень сильно радует, ребята, нас. Поскольку, ну и так, здесь с зомбями нам тяжко будет воевать. Ух ты, гад такой, иди отсюда. Так, ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не сладенько нам будет, я вот так вам скажу. Но, думаю, мы так или иначе, ну, справимся со всеми этими негодяйскими зомбями. Так, давайте, я не знаю, просто вот так уже наобум буду стрелять. Опа, ребята, новые птички тут летаются. Так, отличненько. Но не, действительно ничего вообще не видно. Вообще, ребята, ничего не видно. Что там происходит, непонятно. Так, ну, я вот так наобум буду стрелять из вот этого вот нашего гранатомета, с нашей халапиньи. Так, я вот там что-то вижу, что-то происходит. Давайте бабахать, ребята, давайте. Отлично. Так, тихо, пошел отсюда. Смотрите, обычные зомби теперь для нас вообще не страшен. Эй, ребята, блин, спикировала птичка, гадина такая, и все-таки смогла одно семя у нас украсть. Ну что ж, ребят, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, два семечка у нас украли. Так, ладно, ребята, давайте пополним запасы наших семян, чтобы нам побольше очков дали. Так, давайте мы, не знаю, кого-то съедим. Так, отлично. Так, стреляем. Блин, перезарядка не вовремя. Блин, так, ну вроде все хорошо, ребята. Все вроде как хорошо. Так, отлично. И мы победили. Фух, это было на самом деле, ну не сказать, что было просто, но не сказать, что и было сложно на самом-таки деле, ребята. И мы вот столько получили очков. Так, давайте посмотрим, сколько у нас денег. 3600, ну не так уж, чтобы много. Хотелось бы, конечно, купить весь пучок растений со скидкой. Ну, да ладно. У нас, в принципе, на максимум прокачан, кстати говоря, подсолнух, ребята. Да, на максимум прокачан. И горох я хотел на максимум прокачать, но пока что у нас не хватает, ребята, денежек. И опа-на, ребята, опа-на. Миссия оборона. А, я думал освобождение. Тьфу ты, что-то мне показалось. Так, король организовал еще одну атаку на семена. Все готовы? Ребята, вы готовы? Вперед тогда. Здесь у нас будет подсолнушек родимый наш, мега сильный, мега крутой, мега классный наш подсолнушек, просто, ой-ой-ой, ребят, смотрите, как птичка просто погибает. И да, кстати, ребят, надо не забывать, что у нашего подсолнуха-то есть способность рикошет, ребята, рикошет, поэтому он может как-то, ну, сразу нескольких вот так вот можно уничтожить, в принципе, героев одним залпом. Так, ребята, так. Ох-хо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 . Пытаются прорвать нашу тут линию обороны. Так, стоп, это вот эта новая птичка. Не помню, что она из себя представляет. Но вроде она просто очень прочная. Вроде как-то так. Точно не помню, но, блин, точно ничего хорошего нам это не предвещает, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, в смысле, ребята, в смысле? А чё так много зомбей? Я не понял. Что-то я не понял, ребята. Слишком много зомбей. Уйдите прочь, долой, долой и прочь, уйдите отсюда. Так, кабачочек давай. Давайте, о, все, наконец-то мы разбили эти препятствия дурацкие. И давайте вот этого вот зомбичка мы добить должны с могилкой. А то он сейчас свою могилку тут установит и вообще западло нам будет тут сражаться. Так, птичку нам нужно сбить. Эй, птичка, мы тебя сбить должны. Уйди. Фу, наглая птичка какая. Давай, ребята. Так. Ай! Все-таки одну семашку у нас, ребята, скоммуниздили.
Ладно. Ладно, не страшно. Так, взрывайся, кабачок. Отлично, отлично. Все, ребята, замечательно. Ну, прям нам семечки под заказ попадаются. Это меня радует. Так, но все-таки один негодяй у нас семечку скоммуниздил. Так, у нас что, перезарядка по всем фронтам просто идет. Да ну нафиг пошли отсюда. Ё-моё, ребята, ёшкин кот. Что ж так нас сильно со всех сторон прям обложили? Так, ладно, давайте вот так сделаем. Взрывайся, ну же, ну же, ну же, ну же, давай, давай, давай. Эй, ну отстань ты от наших семян, ну чё он хочет, ребята? Да ну, одно семечко осталось. Ладно, у нас, в принципе, много вот этих штук. Мы их можем использовать вообще без проблем каких-либо. Так, и... Ё-моё, да ну что ж такое, ребята? Так, давайте пополним запасы наших семян, пополним их до конца, чтобы получить полную награду. Я, честно говоря, настолько нам... У нас еще не просаживался наш уровень доходов, так сказать. Ай-яй-яй-яй, ребята. Да, все не будь здоров, на самом деле. Все достаточно печально и грустно. Но мы справляемся. Взрывайся, кабачок. Фух, все, ребята. Кое-как мы одолели зомби. Но это было сложно, на самом деле. Так, достижение пополнения. Вы трижды пополнили запас семян на одном уровне. Даже такое достижение, оказывается, есть, ребята. Не думал, не думал. Ну ладно, что, продолжаем. Миссия «Воздушный удар». О, зададим зомби жару, ребята. Что-то я оговариваюсь как-то. Начинаем атаку с воздуха. Так, ребята, я так понимаю, морковки в очередной раз скоммуниздили. Оу, самолеты и будут сейчас авиаудар носить, ребята. Новый противник, похож на Майкла Джексона, кстати. Бджексон. Бджексон, ребят. Ну, почти Джексон, ну, Бджексон. Зомби-танцор, как бы, да? Бджексон. Танец Бджексона не удержать. Замедляющий эффект бесполезный. Ага, окей, понял. То есть на него замедло не действует. Окей, ребята, окей. Ну что ж, как бы замедления у нас тут и нет. У нас тут самолетики, ребята, есть. А самолетики, они делают что? Они бомбардируют всех негодяев зомби. Так. О, Бджексон еще у нас, оказывается, и не промах так-то. Сильный. Так, хорошо. Значит, для него даже обычного снаряда вот такого не хватает. Ух ты, смотри, какой Бджексон. Бджексон что-то обжекскнел вообще. Негодяй такой. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас, я думаю, мы вот так вот будем бомбардировать потихонечку этих зомбей. Так, главное нам попадать. Промазал. А вот сейчас я промазал. Эй, так, Бджексон, вот падла, все-таки украл наши семена, наши кровно заработанные семена, ну или я не знаю, где они там берут на самом деле, но где-то берут-то, наверное, никак. Так, ребята, ну, блин, вот жалко, что эффект замедления, конечно, на него не действует, он бы сейчас нам очень-очень сильно пригодился, потому что семена у нас воруют прям безудержно, я бы сказал. Прям у нас даже два мешочка осталось. И это прям, ребята, прям мы на грани находимся. Я даже так скажу, что мы находимся на грани. Так, поэтому давайте пополним наши запасы семян. Наших семашек драгоценных. Так, вот этого бжена. Блин, надо нам побеждать как-то. Ой, хорошо. Прям так зацепили мы кучу. Кучку целую зомби. Отлично. Так, давайте, атака сверху, бабац, 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 бац, 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 бац. Опаньки, смотрите, танцует, прям на ходу танцует, прям под авиаударом танцует. Вот какой наглый Бджексон этот, негодяй такой. У нас три мешочка, ребята, осталось. Три долбанных мешочка, ё-моё. Как же это всё-таки мало. Но Бджексон, он дотанцевался, в общем-то. Так, и последних свиней мы уничтожили. Свино-зомби, точнее. И можно уже продолжать дальше. Ну, неплохо, так скажем, мы сыграли, неплохо. Также миссия обороны. Теперь сражение идет без остановки. Держитесь, держитесь, ребята, держитесь себя в руках. 5000, блин, ни на что не хватает никакой обороны. А не, на тыкву хватает апгрейд, но что-то не хочется мне тыкву как-то апгрейдить. Поэтому, ребята, вперед из песней, ухо-хо. Ой, у нас тут прям все, ребята, такие прокачанные, такие мощные у нас тут все. Отлично, ребята, отлично. Прям меня радует эта вся обстановочка.
Великолепно. Так, вот горилла это дурацкая. Кэш. Сюда, кэш. Вот этот состав, ребят, вот этот набор зомби мне нравится, наверное, пожалуй, больше всего. Потому что он, наверное, самый универсальный. Ну и самый, так сказать, ребята, простой в употреблении. Я бы, наверное, так выразился. Ну, Джексон, конечно, наглая тварь еще та. Ну чё ж, давайте с ним разбираться потихонечку. Опаньки, опаньки, давай со всех просто орудий фигачим по нему. Так, так, Джексон, ты, навижу, непростой негодяй. Опаньки, чуть не забрали у нас семечку нашу, семечку. Так, перезаряжайся, горох. Так, перелет. Не, нормально, попали. Опаньки, ребята, бомбочка. Правда, в бесполезном месте она, но ладно. Так, так, бабах, отлично, отлично, ребята, отлично. Все очень круто. Мы всех тут побеждаем, так. Ну, кроме Джексона. Джексона, конечно, да. Зомби-танцоры. Не думал, что они здесь будут. Я думал, как-то они здесь были бы неуместны. Но нет, ребята, смотрите. Танцоры здесь есть. И прям-таки представлены очень ярко. Так, мы тут пропустили... Да в смысле? Сколько тут можно горилл этих? Ё-моё, сколько их тут было уже, ребята? Горилл 10, наверное. Мы уже перебили за этот уровень. Давай, дробовичок. Просто сблизка фигачь их. Как ненормальный. Давай, 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 давай. Опаньки, опаньки. Все нормас, ребята. Все отлично. Все зашибись. Пока месть, по крайней мере. Давайте залп из артиллерии нашей. Так, погорели фигачим по Джексонам. Да и танцор, да хватит танцевать. Он еще ускоряется, аж когда танцует. Вот это самое ужасное на самом деле. Нужно не позволять ему это делать. Так, опака, 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 опака. Давай, 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 ну, 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 ну. Еще немножко, ребята, это последний уровень. Надеюсь, мы выживем здесь. У меня просто уже нет слов. Блин, вот по гориллам всегда попадаю. Блин, по другим зомбям не всегда получается так хорошо попасть. Так, залп наверх, залп сюда. Так, и последний выстрел. Ну, не последний выстрел, но предпоследний выстрел. И победа, ребята. Все, без потерь прям мы выиграли здесь отличным образом. Фух, миссия 3-9 завершена. Так точно, командир. Ну, да, если бы здесь был... О, ребята! Так, секретный уровень, давайте пройдем, обязательно, обязательно. Так, пока морковочки тут будут сейчас забирать. А, здесь будут, а, ну да, здесь десант морковочный будет, точно, ребята, точно. Давайте, сейчас заберут морковочки всякие ништячки, и уже будет полегче нам, ребята, полегче будет. Так, хорошо, молодец, морковочка, молодец. А один побежал, солдатик, все замечательно. Так, тыковку, давайте сюда посадим тыковку. Давайте мы вот этих зомбоидов вот так вот уничтожим. Великолепно. О, ребята, мега-усилитель. Супер-дупер-пупер способность получил. Нашу тыковка получила. Опаньки. Так. Горилла. Давай, подходи. Тюк-тюк-тюк. Промазал немножко. Немножко промазали мы. Ой, и немножко попали мы по нашим союзникам, по нашим морковочкам. Ну, в общем-то, нормально. Так, зомби-коинсы, ребята, бегут к нам. Отлично. Ой, да ну что ж ты, под обстрел попадаешь? Дурашка ты, дурашка. Так, ребята, вот кто к нам идет. Давайте мы здесь вот так вот сделаем. Опаньки. Опаньки, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты какой негодяй. Так, горилла летит. Вот так мы ее сблизка сейчас. Оп, хорошо. Хорошо, ребята, все отлично. Так, ну сколько вам там еще морковки воровать-то нужно, блин? Нам же нужно защищаться как-то еще довольно-таки долго, причем. Опаньки. Не, ну, халапеньо, ребята, это на самом деле тема. Вот халапеньо, да, это вещь. Так, 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 так. Оп, 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 блина. Нет, забрал одну семечку. Ну ладно, в принципе, одну не жалко. Одну, ребята, не жалко. Если больше, конечно, было бы жалко. Так, вот так вот делаем. И... Да прям впритык в этого Джексона, блин, надо стрелять. И, ребята, там у нас, кстати говоря, на следующем уровне новый противник, поэтому нужно быть внимательным.
Нужно быть... Кыш отсюда. Подстрелили, ребята, мы морковочку одну. Блин, а обидно-то как? Ну, вроде, если она ничего ценного не несла. Фух, выиграли. Мы выиграли. Надеюсь, да, в руках морковочки не было ничего ценного. Так, ребята, 4000 монет мы получили. Воу. Первую помощь, неприкасаемый, воздушный и нанотехнологии, ребята, отлично, нанотехнологии это то, что нам нужно. Ну что ж, ребята, на этом все, серия заканчивается, ждите следующей серии, чтобы увидеть вот этого вот зомби-боксера, левый, коронный, правый, блин, это боксер, да, ребята, правый, похоронный, левый, коронный, правый, похоронный, бойтесь Дейсона. Дейсона, это типа как Тайсон или что, в общем, не знаю, забавный зомби. Ну, ребят, на этом все, ставим лайки, подписываемся на канал, с вами был Флавиус, адиос, амигос!